Сегодня во установах адукации Беларуси прогучал апошний звонок. Для больше чем 8,5 тысяч 11-классников Гомельской области он означает развитание со школьной партой и уступление в дорослое житё. Наш корреспондент Ганна Каральчук наведала одно из урочистых мероприемств у областном центре и познакомилась с сёлетними выпускниками. У средней школе номер 11 города Гомеля апошний звонок для выпускников по традиции ладится на открытой пляцовце. Тем более, что теплое солнечное надворье сприяє проведению свята. Уручение узнагород за выдатную в учебу и перемоги у конкурсах. Широе пожадание выпускникам. А затем, бодай, самая кранальная частка линейки – школьный вальс. Напереди былых школьников чакая дорослое життё. И яны, 50 юнаков и девчат за 11-х А и Б классов, до его готовы. Наставники стверджают, что гонорация у всеми выпускниками. И каждый из их уже былых вучнев имеет талент для того, как быть поспеховым у будущине. И не сподеются, что этому будут сприять и веды, отриманные подчас навучания у школе. Сегодня наши дети очень четко оценивают свои шансы, свои планы на дальнейшую взрослую жизнь. Сегодня постепенно приобретают привлекательность рабочие специальности. Ну и, конечно же, все-таки по-прежнему большинство наших выпускников 11 класса нацелены на учреждения высшего образования. Если говорить о сферах, то по-прежнему предпочтительными является экономическая сфера. Наши дети будут пробовать поступать в медицинский университет. И, конечно, вуз, который находится рядом с 11-й школой, Белгуд, чьими студентами выпускники 11-й школы чаще всего и являются. Главные герои сегодняшнего свята – выпускники средней школы номер 11, как и большинство их одногодков, а пошний звонок сустрели со смешанными почуттями. С одного боку, есть жадание хучей вступить у дорослое життё. С другого, разумение, что придется развитаться с вельми близким и родным, примушает сумовать. А пошний звонок – это пригожее завершение веселого и бесклопотного життёвого этапа под назвой дятинства. Выпускники упевненные, як бы ни склався их лёс у дальнейшем, школьные годы яны завсёды будут вспоминать, как самые счастливые. Как мы ездили в санатории все вместе, как мы отдыхали, как сбегали с уроков, когда сругали за это учителя, то есть будет этого не хватать. Ну, конечно, жалко, больше всего запомнились выступления, уроки, учителя. Ожидаем, конечно, хороших результатов на экзамене, поступления, чтобы не сидеть зря. То есть не зря же мы учились 11 лет. Ну, вот волнуемся очень сильно. 11 приступок застались у минулым, и напереди маленьких дорослых чекают новые дороги и открытия. Будовать свою дорослую будущую каждому придется самостоятельно и по-своему. Батьки и наставники уверены, с годным багажом ведов за плечима и надежными собрами побач переодолевать життевые выпробования выпускникам будет значно простей. Пожадаем, каб сторонки дорослого життя этих девчат и хлопцев были наполнены выключно яркими подеями и перемогами. Вы видели, какой сегодня красивый праздник был, слезы на глазах. Выпускников. Я надеюсь, что они достойно будут дальше продолжать то, что им заложили здесь педагоги в этом прекрасном учебном заведении. Успехов им, широкая впереди жизнь. Пускай дерзают, трудятся, нам нужны любые профессии. И надеемся, что они не подведут нашу. Это наша надежда, наше будущее, нашей республики, нашего города Гомеля. С праздником! Анна Каральчук, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».